Друзья, всех приветствую. Сегодня на обзоре у нас вот такая чудо-лампа. Попробуем ее сегодня очень детально всю рассмотреть. Начнем с того, что она питается от блока питания, от простого блока питания 5-вольтового. Обычный блок питания, на выходе у него 5 вольт. Токи, которые он выдерживает, написано 2 ампера. Это уже радует, поскольку энергопотребление лампочки, оно маленькое. Разъемчик, которым она питается, это обычная PSP-шка. Позже мы его проверим. И теперь перейдем к внешнему виду самой лампы. Итак, она у нас полностью сенсорная. Все, мы сейчас проверим это. Все как работает. Эта часть у нее резиновая. Внутри чувствуется какой-то серьезный гибкий, не знаю как назвать. Сзади у нас USB, его мы тоже проверим. И разъем для питания самой лампы. На дне вентиляционная решетка и мягкая поверхность для того, чтобы она устойчиво стояла и звучала. Да, лампа у нас со звуком. Давайте ее взвесим. Вес лампы у нас составляет 625 граммов. Складывать ее можно как угодно, и так, и сяк, и как вам вздумается. Светит лампа светодиодами. Тоже их сейчас покажу. Давайте ее подключим. Втыкаем разъем. Лампа издает достаточно приятный и такой глубокий звук. Итак, остановились мы на светодиодах. Давайте посмотрим на самом маленьком освещении. Вот так вот они выглядят. Всего здесь 34 светодиода. Имеет она 3 режима яркости. Яркость регулируется вот этой кнопкой. Раз, два, это второе. Это третий режим. Лампа полностью сенсорная. Включается средней кнопкой. Первый режим, второй, третий. Дальше. Чем эта лампа примечательна? Есть вот эта кнопочка включения. И у нас загорается ночник. Ночник регулируется сенсорным тоже прикосновением. И мы вот, смотрите, она меняет цвет. То есть, куда мы палец вот сюда, допустим, поставили на желтый, она здесь желтая, здесь зеленая, здесь синий и так далее и тому подобное. Выбрали, каким цветом она хочется, чтобы она светила, так и оставили. Ночник просто супер. Можно оставлять на ночь, потому что уверен, энергопотребление, ну, просто минимальное. Просто минимальное энергопотребление. Итак, включается, выключается, цвет меняет. Это мы все проверили. Далее. Чем эта лампа хороша? У нас есть разъем USB. Если лампа у вас стоит на столе, вы можете в нее воткнуть провод какой-нибудь обычный USB. И он будет у вас всегда наготове. Подзаряжайте какой угодно свой девайс. Сейчас проверим напряжение там. Напряжение 5,5
0,15. Нагрузочку я ей дам 1 ампер. Напряжение упало. Но я считаю, вот это в пределах нормы. В любом случае, вот этот разъем, он останется для нас полезным. Как я уже и говорил, разъем этот подходит от PSP. Если вам не нравится стандартный штатный блок питания, значит, можно ее запитать проводом. Давайте попробуем. У меня есть универсальный такой кабель. Где у нас тут разъем PSP? Вот он. Воткнем. Итак, лампа зазвучала. Можно использовать кабель от PSP. Хорошо, с этим разобрались. Дальше поехали. Что в этой лампе еще есть? Разъем, вот этот USB, он непростой. Сейчас возьмем флешечку. Разъем. Здесь у меня в руках обычная флешка, на которой записаны MP3 файлы. Мы ее втыкаем. Music play mode. Включаем. Все, заиграло. По звуку. Очень неплохой звук. Звук действительно очень неплохой. Не дребезжит, звучит, где-то кое-как даже проскакивает низкий и высокий. Управляем следующим треком, следующим кнопочками плюс-минус. Также громкость зажимаем. На полной громкости низкие не захлебываются. Достаточно приятно слушать. Это у нас пауза. Дальше воспроизведение. Это кнопка выключения. И выключение именно звука. Далее. Что еще эта лампа может? Включаем без флешки. The Bluetooth device is ready to pair. И она нам говорит, что Bluetooth включен. Берем старенький телефончик. Bluetooth. Connected successfully. Лампочка определяется как ULA T1. Проигрываем, соответственно, с телефона. То есть вы пришли домой, на телефоне просто включили Bluetooth, он автоматически подключился к этой лампе, и с нее вы можете управлять музыкой, то есть ставить на паузу, воспроизводить заново с телефона, перематывать треки назад, вперед, следующий. В общем-то, казалось бы, все хорошо. Супер лампа, все она умеет. И она такая прям сенсорная, и все в ней отлично и здорово. Вы знаете, вот я проверил, у лампы нет микрофона. А это беда. Подключение к телефону по Bluetooth есть, микрофона нет. Разговаривать по лампе мы не можем. А что такого смешного? Обычно есть. Ты смеешься. Так, разговаривать по лампе мы не можем. Лампой можем мы освещать. Лампой можем мы радовать глаз. Лампой можем радовать глаз. И
использовать ее как ночник. Мы ее можем использовать как MP3-плеер. Мы ее можем как использовать как тот же плеер, соединенный по Bluetooth. Причем я пробовал подключать и ноутбук, и разные телефоны, и айфоны, и все остальное. Звучит она очень хорошо. Сейчас попробуем. Вот это минимальная яркость. Чуть побольше и еще больше. Вот таким образом. Вот такая вот лампа. На этом, пожалуй, и все. Всем спасибо. До новых встреч.